третьего заезда для лошадей Орловской российской породы старшего возраста. Сколько ты рассказывал, не знаю. Под номером один. Я думал, все нашу проиграл. Под номером один. Все, говорит, мы не стал дозвонивать. А тот, говорит, вызывать начал нас. Перед вами номер 6, бродяга. Он смеется. Перед вами серый жеребец, закат. Номер 6, от ковида закатки. По внутренней дорожке жеребец Сарафан. Рядом с ним кобыла Справка. Да и так долго, слушай, мы когда ехали, я все проиграл. Время тут плохое, у тебя уже пишет рейтинг. И концом у тебя как вроде все выросло. Он не рассказывает сам. Ловелас боел. Лидирует Сарафан. К нему подошел вплотную бродяга. Сбоила Справка. Ее обошел железный посыл. Его обошел, Справку обошел Ловелас. 37 первая четверть у Сарафана. И бродяги. Сарафан первый, бродяга вторая. Железный посыл, бродяга второй. Все хорошо, все хорошо. Бродяга она и есть, бродяга. Адам далеко. Сарафан лидирует. С ним рядом бродяга. 33 секунды вторая очередь. Железный посыл. Ловелас, Справка пятого. Нормально. Последний закат. Закат, давай! Закат! Бродяга от Сарафана не отстает. Враг должен подсилить. Наверное, у бродяги не хватит сил. Поехал железный посыл! Сарафан, давай, гольти их всех! 36, 3-4. Держи! Справка для совета Ловеласа. Ловелас, наверное, пристал, устал. Устал. Сарафанчик, молодец! На финишную прямую выходит Сарафан. Два корпуса от него, бродяга. Перехват. Сбоил железо посыл. Сарафан молодец, Валя! И Сарафан лидирует, выигрывает. Второй бродяга. Третий железный посыл, молодец. Четвертая Справка. Пятый Ловелас.